Новые контракты и социальные программы. Белорусский автогигант «Минский автомобильный завод» расширяет сотрудничество с крупнейшим застройщиком страны, возводящим многофункциональный жилой комплекс «Минск-Мир» и Международный финансовый центр, который станет ядром нового современного микрорайона столицы. Какие преимущества для предприятий и что означает это для сотрудников? В репортаже Алексея Кряквина. Новые решения для бизнеса и работников предприятий. МАЗ – один из флагманов белорусского машиностроения. Его техника работает во многих странах мира и на крупнейших стройках нашей страны. 2 года назад тогда на выставке Будэкспо было подписано соглашение между крупнейшим застройщиком страны и автогигантом о покупке 20 единиц строительной техники. Машины направили на возведение многофункционального комплекса «Минск World», крупнейшего в Европе. Это тысячи квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Здесь создается инфраструктура, отвечающая всем потребностям жителей. Поэтому застройщику комплекса «Минск World» требуется мощная и надежная техника. Выбор пал на белорусские автомобили. На очередном форуме партнеры договорились о новых поставках. У нас объемы строительства большие. Мы в этом году построим рекордное количество жилого и коммерческого простора, в этом числе и Международный финансовый центр. С перспективы 2 лет пользования оборудованием МАЗа мы можем сказать, что это очень надежная и сильная техника. Спросом пользуются самосвалы и бетоносмесители. В этом году представляют и новинки, в частности самосвал с колесной формулой 8х4 и новую модель автокрана. Автотехника удовлетворяет всем техническим требованиям, техническим регламентам Республики Беларусь и Таможенного союза. Благодаря новым конструкторским разработкам улучшены технические характеристики. Каждая выставка – это возможность договориться и найти новые точки соприкосновения. Вот новый пример. Экспонат выставки – мобильный офис на шасси МАЗа, который выпускает одно из его подразделений. Новый продукт МАЗа, который нам будет очень полезен. Мы сейчас начали продавать наши квартиры по регионам Беларуси. И недолго у нас появится такой мобильный офис продажи, который будет ездить по всей Беларуси и показывать наши проекты. Международный застройщик – это еще один выход для автогиганта на внешние рынки. Так как мы строим в многих странах Европы и пользуемся самым лучшим оборудованием, какие есть в Европе, можем и сравнить. Оборудование и техника МАЗа ничем не отличается от самых лучших брендов в Европе. Кроме этого, что условия покупки и цены у МАЗа гораздо лучше. Сейчас мы думаем, чтобы технику МАЗа использовать тоже в наших проектах за рубежом в Европе. Сотрудничество не ограничивается поставками техники. Компания реализует и совместную социальную программу. Это возможность для работников МАЗа улучшить свои жилищные условия. Необходимо также отметить совместные программы в области строительства жилья для сотрудников Минского автомобильного завода. Уже на сегодняшний момент ряд сотрудников нашего предприятия благодаря совместной программе смогли вселиться в новые квартиры. И уже рассказывают о преимуществах нового комплекса. У Виталия Дороха 2 дочери. Квартира в комплексе для них. Построить жилье помогла программа лояльности и банковский кредит. Квартира находится в центре, можно говорить, города. Район очень будет насыщенный. Я являюсь отцом 2 дочерей. Старшей в этом году будет 18 лет. Вот, думаю, будет замечательный такой подарок. Квартира в перспективном районе. Новостройка, она всегда интересна. Дом называется «Будапешт». Рядом строится Международный финансовый центр. Рядом будут 2 школы, детские сады. Выгодные предложения доступны для всех сотрудников предприятия. В офисе продаж потребуется лишь справка из отдела кадров. Как показывает практика, лидеры экономики эффективно работают даже в самых непростых условиях и намерены развивать сотрудничество по всем направлениям. Экономические гиганты получают прибыли, а их сотрудники – новые возможности и эффективно пользуются ими. Алексей Кряквин, «Контуры».